Нужны для учебы крутые девайсы? В Титан приходи, покупай, наслаждайся. Выбор отличный, цена по карману. Труд облегчить под силу Титану. Компания Титан. Три женщины получили тяжелые травмы в ДТП на улице Профсоюзной. Там 66-летняя автоледи на шестерке сбила пешеходов. Подробности в рубрике «Обзор аварии». Авария произошла в субботу вечером у 80-го дома по улице Профсоюзной. Женщина-водитель «Жигулей» на зебре сбила пешеходов. По предварительным данным, 66-летняя женщина-водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершила наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате происшествия три женщины-пешехода получили тяжелые травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. В Котельническом районе травмы получили 4 человека. По предварительным данным полиции, 22-летний водитель «Приоры» выехал на встречку и задел Volkswagen Tiguan. От удара иномарку отбросило на встречный грузовик «Мерседес». В итоге пострадал сам, вероятно, виновник аварии. Его госпитализировали. Также травмы получили водители, двое пассажиров «Тигуана». Среди них 10-летняя девочка. В Вятско-Полянском районе бесправник на мотоцикле «Стелс» сбил мужчину. По предварительным данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обоих участников аварии госпитализировали. Два автомобиля столкнулись в Омутнинском районе. По предварительным данным госавтоинспекции, 41-летний водитель «Гранты» врезался в попутную «Ниву» «Шевроле». Рулевой «Лады» и два его пассажира после аварии нуждались в помощи медиков. На проспекте Мира в Кирово-Чепецке в ДТП попали водители двух легковых автомобилей. По предварительным данным ГИБДД, 38-летний водитель Peugeot 408 поворачивал налево и подставился под встречную «Ладу Ларгус». Пострадал водитель отечественного авто. Сергей Пичугин, место происшествия.